Главное то, что выиграли. Сложная игра была. Четвертая игра дома. Сил не так много было. Забили один гол, ушли в оборону, дотерпели. Ребята молодцы, помогли. Здорово сыграли в обороне. Всех с победой. Как вам показалось, насколько большой объем работы сегодня челябинцы вам предложили? Да не так сильно много бросков было. Вот. Поэтому не так много в игре находилось. Хорошо, что никакая там не залетела. Повезло сегодня. Как тренерский штаб просил сыграть сегодня команду, на что в первую очередь обратить внимание? Ну, то, что у нас четвертая игра дома, сил не так много. Надо было сыграть экономно, играть на контратаках. В принципе, забили гол, играли по заданию и довели игру до победы. Лично вам, как показалось, какой самый трудный игровой момент был в сегодняшней встрече? Да, какой-то один не могу выделить. Вот, были броски, иногда стоял, поэтому не могу ничего сказать.